Ты сюда привел? Ты что привел? Мы как наговаривали? Что вот? Пришли люди. Люди. Что мне люди? Надоел ты уже. Ты что делаешь? Слышь? Ты что делаешь-то, да? Слышишь? Все, понял. Все, понял. Слушай, себе сюда, меня внимательно. Че? Если еще раз я тебя где-то увижу здесь, пьяного, либо твои же объявления на Авито, то тебе будет кран, ты понял, я вызываю просто сюда наряд, тебя крутят, сажают нафиг, тебя понял? А понял. И сына? Все. Сына, чтобы больше не заставлял воровать, понял? А понял. Не трогай его, это все-таки твой сын. Очнись, мужик. Тебе не жалко своего сына, а? Ты зачем его? Ну, 15 лет у него вся жизнь впереди. Да, все, понял. Пойдем в школу, на работу, все, пойдем. Давай, мужик, очнись. Я тебе серьезно говорю. Все в этой жизни бывает. То, что ты жену потерял, ничего страшного. Очнись, мужик, наоборот, у тебя сын растет. Воспитай его нормальным мужиком. Не бухай, да, не понятно, показывай. Хорошо. Не показывай ему, пожалуйста, плохой пример, я тебе серьезно говорю. Пойдем домой, хватит. Перестань спить. Да, все. И сына больше не бей. Хорошо. Все. Мы у него спросим, контакт его есть у нас. Я тебе потом напишу, понял? Костян, еще пиши. Бля, это просто. Ну я не думал то, что он, бля, возьмет сына и просто толкнет так в сугроб. А если бы он об эту херню ударился, блядь, башкой бы. Все, пиздец, блядь. Трупак на ровном месте, блядь. Я не знаю, что у него в башке было, но тем более он пьяный сейчас. Что с ним сейчас взять? Ну, дебил. Вот, ну то, что он такой здоровый. Это пизда, блядь. Я его, походу, этот, кстати, видел, он за глаз держался. Я его когда вот так взял. Я его, походу, случайно локтем задел. И еще плюс я, когда его ударил. Да. Я же сейчас вот в эту часть я его, по-моему, ударил. Вот. Ну, потому что, а нахер он со мной начал толкаться? Ну, ты знаешь, что у меня, типа, я не люблю такое. Я надеюсь, что мы все-таки как-то помогли вообще. Ну, я Косте сказал, если что, он нам будет писать. Ребят, если что-то будет случаться, то, что его батя бьет опять его, то мы как раз-таки включим камеру и будем уже наказывать его. Телефон есть у него уже? Ну, у меня его номер телефона есть, вот, его контакт есть. Если что, я ему просто буду писать, вообще спрашиваю, что как. Надеюсь, что реально мы хоть как-то вообще... Решим эту проблему. Ну, решили. Да, можно сказать, что уже решили. Вправили немножко его отцу вообще мозги, что он перестанет бухать так сильно. И пойдет устроиться на какую-нибудь работу, на самую даже простую, там, каким-нибудь охранником или еще кем-нибудь. И все-таки отведет сына в школу, чтобы он начал ходить и воспитывать нормального себя ребенка. Короче, видос получился вообще просто, я не знаю даже, как сказать это. Вот, ну, как пиздец это... пиздейший, блядь. Ну да, можно так сказать. По-другому это не назвать. Такого у меня вот подписчики вообще в жизни никогда не было такого. Я не ожидал, такого что вообще мы не такого... встречали еще. Да, блин, что такого вообще сегодня произойдет. Просто шел, называется, за шмотками себе. И вот такая вот ситуация, короче. Короче, подписчики, спасибо всем за просмотр. Вот. Надеюсь, что вам понравился этот видос. Ставьте лайки, короче. Всем пока.